Аллилуйя! Мы также здесь, на горах, продолжаем получать от Господа. Ищем Эхаха. И сейчас я вижу просто реальные небеса. Я вижу, как я с моей женой просто перемещаемся с Олечкой по небу. Очень быстро, стремительно. И впереди нас я вижу опять Тибет Джошуа и наша благословенная сестра в золотом платье. Не в жемчужном, а уже в золотом. И вижу, как прямо возле нас с Ольгой летит большой-большой голубь. Голубой голубь. И мы начинаем стремительно опускаться вниз. И я вижу так только, как мы также влетаем опять в кабинет. Я вижу, как за кабинетом стола сидит Владимир Путин, президент России. Владимир Владимирович, я вижу, как Тибет Джошуа подходит к нему и говорит мне: смотри, что я буду сейчас делать. Я вижу, как он обе руки ложит на дух Владимиру Путину, президенту России. И я слышу, как Тибет Джошуа говорит: да будет разрушено всякое колдовство, которое восстало в жизни этого человека и против этого человека. Да исполнится воля Божья в его жизни во имя Ишуа, царя славы. И Тибет Джошуа мне говорит: повторяй эти слова. И вижу, как сестра в золотом платье вместе с моей женой Олечкой подходят к нему и ложат ему четыре руки. Сестра в золотом платье и моя жена Ольга ложат ему руки на уши. Я вижу, как из его ушей начинает выходить огонь. И плавятся, куски серы вылетают из его ушей, различного рода другое. И Тибет Джошуа говорит мне провозглашать дальше. Во имя Ишуа, царя и Господа славы, я провозглашаю огонь на уши президента России Владимира Путина, на его разум. Во имя Ишуа, царя и Господа славы, я провозглашаю разрушение колдовства в его жизни. Я вижу, как сестра в золотом платье, она в духе, я реально это вижу, поднимается над ним. И у нее в руках большой-большой такой, ну, как кувшин с елеем. И я вижу, как она выливает на голову Владимиру Путину и провозглашает такие слова: и пусть он завершит свой срок лишь только в милости Божьей. И да прекратятся войны во время его правления. И пусть это все будет погружено в силу крови Господа нашего Иисуса Христа. Амен. Видение прекратилось. Будьте благословенны, братья и сестры. Пусть Бог сильно вас благословит. Аминь.